Приветствую, друзья, на канале Pro Gamer Television, с вами Сафир 33, мы с вами продолжаем проходить игру Doom The Golden Souls 2, итак, у нас с вами 37-я часть. Ну, что называется, поехали. Смотрите, какие забавные руки там. Я так понимаю, нас там ждут. Ох, ебать, черепушка. Надо немножко это подзаправить. Ой, бля, жизни-то у нас еще мало. Ну, мало не мало, долг зовет. Марио 37. City of Dis. Давайте вот так вот. Это я для бошки делаю, если честно. Ладно, короче, пора месить. Что там, блядь? Да... Ой, блядь. Ах ты, сука. 9%. Я просто проверил. Просто проверил. Все, заебись. Нихуя себе, блядь. Пидорасы реженые. Не, ну это тоже как бы не дело. Пидорас, а, сука. Блядь, да вы посмотрите, что творится-то, ёбаный урод. Блядь, твою мать. Просто заебали, честно. Даже выйти уже не дает. Музончик-то какой, а? Цените? Рогаты как раз охраняют то, что нам надо. Сука. Рогатая сука. Блять, твою мать, ебать понаставляла мне. Сукин ты сын, мадафака. Какая-то армянская музыка, что ли? Да, патрончики. С Ладином немного перепутали, видимо. Ой, блядь. Дрила, а, рогатая. Все равно мне, короче, заебал этот блядский пидор. Блядь, этот пидорас, а. И эти пидорасы, блядь, вот 16 моих любимых процентов осталось. Вот 16. Блять, все равно все сопли соберу, сука, заебал. Ну зачем, блять, я полез? Сука. Thank you.
бля. Да как это так? А вот это вот было... Блять, это что, у меня кончилась винтовка, что ли? Че, гоните? Купаться здесь нельзя, я так понимаю. Да, нельзя. Или это не купаться нельзя? Да, просто этот дебил меня. Он уж приговал. Да, ебать, колотить. Не, слушайте, у нас и оружие, хочу сказать, вот прям совсем хуйня осталась. Понятное дело, что я покойник, ёб. Бля, музончик, конечно, вообще просто впечатляет. К чему он тут такой? Там еще где-то... Блядь. Сука. Ах ты fucking shit. Блять, вот пидорас, а. Жизни-то нету, сука. 27, все. Ничего нету. Да, бля, и патроны дохуя потратил. О, патрончики нам нужны. Не совсем втыкаю.
Так, вот здесь смотрите, здесь нарисовано что. Ну, может быть, это и роль не играет, что здесь нарисовано. Да, роль не играет, потому что тут, блядь, 100 патронов, пизда. Ах ты, пидорас жирный! Вот оно, блин, когда кажется, вот уже, ты уже все наладил, все заебись, вот тебе на, блядь, в самый взад ставит. Ебано срано. Блядь, чуть не попал, сука. Вот чуть не попал, блядь, ты чё? Нет, пидорас. Ой, блядь. Я там, а, разборка. Опять мне 27%. Бля, что-то где-то открывается, хуй поймешь. О-о-о-о. Подарок. Казалось, как будто я баночку видел, да. А, там я был.
Знаете, вот такое ощущение, как будто мне игру Blood напоминает, вот честно вам скажу. Но музыка не в тему вообще. А вот и выход. Только куда? Монетку мы тут не нашли. Ну, ладно, вкусно. Пиздец. Так, подождите. Так. Ебанулся, блядь, сразу надо бежать. Блядь, суки. Ах ты сука! Блять, я не справился, твою мать. Да, блять, что-то прям ебала какая-то просто. Блядские собаки, сука. Пидоры, а? Просто пидоры. Блин, ну тут прям секрет сам по себе напрашивался. Тут все не так просто. Блин, казалось, граната лежит. Наконец-то, типа. Граната. Хуй вам, граната. Ёбаный в рот. Пиздец, вот я, блядь, выбежал на. Понятно, понятно. Нет, это хуйня, тратить не будем. Пам-п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 ам. Прям дудит в этой тональности. Звуки не уя. Вот монетка, кстати.
противовоздушная оборона наших майонов. Там еще, по-моему, по ходу дела, не знаю. Понимаю, что сюда рановато еще. Блять, они опускаются до конца, сука. Ой, блядь, ой, блядь. Сука. Хотя, может, не так. Пока он все равно летит, блядь. Сейчас очень легче. Откуда, ёпта?
Так, что у нас там? Поэтому 400 этих. Ой-ой-ой, подтянулись все, сука. Стрелять по этим обоим тварям. О, куда залез? Заебали. Блять, тут камень. Ух ты, ё. Как же так? Сука. Там все жестко. Слушайте, надо оружие покупать, блять, денег не хранишь, в принципе.
Здоровый хер. Понеслось мне. Там выход. Выход, выход. Да, муторный уровень такой немного. Ну что ж, друзья, с вами был Сафир 33 на канале ProGamer Television. Всем спасибо и до новых встреч.